Всем привет! Купил сегодня планшет. Вот такой вот Allspurs модель. Вот, наверное, у нас есть модель. Что-то модель какая-то есть. Вот такая модель. За 200 рублей. Старый-старый Allspurs, две сим-карты. Карта памяти. Не работает тач. Вообще не реагирует. Тач я уже откинул. Кстати, включенный у меня. Новый тач подкидывал, такой эксплей хит подходит, работает. Также у нас разъем зарядки подбитый с конца. Только сейчас что-то делать, люди ходят. Так, в чем это? Разъем у нас подбитый. Сейчас тоже поменяем. Сначала тач снимем, наверное. Тач будем снимать дулькой. Сепаратора у меня нету. Опять люди ходят. Только сядешь что-то делать. Так, продолжим. Что мы там снимать начали уже. И за пропанолом лить нельзя. У нас тут IPS. Будем дуть. Нету сепаратора, как говорил. Надо купить. Разориться 4000 стоит. Очень много времени экономит. Так слегка нагреем тач, а дальше разрежем, он уже мененный. Я не думаю, что он как-то хорошо тут сидит, тем более менял не я, хрен его знает, то вообще может быть его и наклейки грели, сейчас видно будет. Ну, купил я планшет за 200 рублей, так что деваться некуда. Сейчас соберем, ну, 1000 за 2 мы его отмотаем спокойненько, если крышку найду. А я надеюсь, что я ее найду. Угу. Что-то все-таки приклеено. Вроде как приклеено. Угу. Так, ну так не прокатывает, значит, да? Будем радикальными мерами. Сейчас. Лопаткой будем поднимать. Сильно греть стоять тоже нельзя дуйкой, потому что температура высокая стоит. Можно так-то и матрицу убить. Так, вот лопаткой сейчас подлезем сюда куда-нибудь. Угу. Под стеклышко подлезем. Главное стеклышко приподнять, чтобы карту завести можно было. Так, как ее завести теперь туда? Сейчас, вот у нас тач лопнул сразу. Не страшно, он все равно не нужен. Угу. Вот так вот. У меня, кстати, хорошо приклеенный. Все, карта зашла. Нужно резать дальше. Угу. Сильно торопиться не стоит, я думаю. Нужно так-то и дисплей повредить. Но это нам не нужно. Так как мы хотим его продать и заработать. Сейчас мы его еще подогреем. Слегка. Слегка так подогреем. Угу. Клей сразу плыть начинает от нагрева. Какие-то осколки, что ли, там. Вот так вот зашел. Что-то у нас отклеилось вроде. Какая-то сопляная матрица. Хрен его знает, была не была.
верхушка держится еще. Верхушку подогреем сейчас. Можно будет скидывать тач полностью. Так, ну все, наверное, я думаю, отойдет. Знаете, хороший клей. Очень хороший клей. Все, тач слез у нас. Вот такой дисплей перед нами. Надеюсь, что целый, не повредился. Лишний скотч уберем. Дуйка нам больше не нужна пока что. Можно выключить, не гудело. Запускаем, проверяем, да. Дисплей у нас живой. Следы клея сейчас уберем. Сейчас дисплей салфетками оттеру, дальше продолжим. Итак, дисплей у нас очищен. Примерно. Сейчас будем клеить новый тач. У нас он вот такой. Такая маркировка. X-Play Hi, Digma. Короче, китайский тач. Китайские планшеты. Самый дешевый тач. Снимаем защитный слой. Снимаем, как обычно, слой защитный с клея. Также у нас есть защитный слой на самом покрытии экрана. Мы его тоже снимаем, надо не забывать, и аккуратно равняем по верхней рамке, по верху рамки, точнее сказать, мы его ложим, чтобы он у нас в рамку лег. Все, в рамку у нас примерно лег. Пальцы это уже мои, свежие. По периметру придавливаем. Так, здесь у нас небольшие коцики от снятия, не страшно. Все, тач у нас прилип. Цепляем шлейф. Планшет, кстати, включенный. Никогда их не выключаю. Вот эти планшеты, когда меняю тачи. Лишь бы ничего не коротнуть, только и все, аккуратно. Шлейф у нас вместе. Пробуем, проверяем. Включаем. А, нет, вру. Я выключил его. Я же его сбросил. Да, сейчас включится. Так, дорогие друзья, планшет у нас стартанул. Включаем, экран загорается. Проверяем. Реакция тача есть. Пароль я, кстати, не помню от него. Точнее, даже не знаю. Ну, Hard Reset нам в помощь. Думаю, у нас ФРП тут не повиснет. Повиснет, уберем. Не страшно. Сейчас выключаем. Выключаем и будем перепаивать. Мы разъем. Еще вдобавок. Сейчас паяльник нагреется. Продолжим. Паяльник нагрелся. Первым делом нужно отключить питание. Для этого нужно отпаять аккумулятор. Первым я отпаиваю плюс. Всегда. Не знаю. Чтобы не коротнуть нигде. Потом, естественно, минус. Потому что плату снимать полностью надо будет. Сейчас мы... Припой достаточно поганый. Минус тоже есть. Припой поганый. А изоляция на проводах тонкая. Дальше у нас антенка идет. Тоже ее... Заодно. Тут припоя достаточно много. Даже паяльник прогревать не хочет. Так, нет, прогрел. Есть. Теперь у нас в нижней части три девайса. Вибрик. Вибрик. Спикер. И... Микрофон у нас здесь тоже есть, тоже их надо исключить. Все, пока больше ничего не вижу. Пропаем. Включаем шлейфа наши. Только что подключенные. Отключаем шлейфа. Также вот это вот
наклейка на камере. Она нам помешает. Да и камеру тоже надо будет извлекать. Так, аккуратно, чтобы не порвать. Наклейку можно убрать. И камеры извлечь. Камеры нам больше не нужны сейчас. Имеется у нас три болта, по крайней мере, я вижу, по периметру, удерживающую плату в корпусе, тоже есть. И пробуем снять плату. Нет, не пробуем, потому что у нас есть еще один экран. Его тоже необходимо отклеить. Есть. Плата снялась. Разъем у нас подбит внутри. Откладываем в сторону. Так, включаем дуйку, пока дуйка греется. Я, наверное, уберу бессвинцовой припой лишний. Не лишняя весь с разъемов. Чтоб потом было проще припаяться. Сейчас. С помощью канифоли. И оплетки. Просто убираем припой. Угу. Главное ничего лишнего оплеткой не захватить. Иначе будем потом искать, что это было. Это аппарат не стартанет. Так, кстати, разъем у нас не мененный. Температуру надо маленько повыше. Где-то порядка 350-380 градусов. Не дадут мне, наверное, планшет сегодня доделать. Ходят и ходят. Ладно, не суть. Сейчас уже дуйка горячая, время идет. Сейчас быстро лишнее все уберем и займемся дуйкой. Припой, как обычно, Хенкель, германский. Будем использовать. Так, тут аккуратно можно зацепить элементы рядом с плечи. Ладно, все готово. Примерно готово. Берем паялку, можно убрать. Дуйку в зубы. Сейчас плату поставим. Как-нибудь плату. Так она у нас не влезет. Только вот так, если... Так вот она у нас влезет. Угу. Вот так вот, а пусть она висит. Нет. Так. Вот так вот, а пусть висит. В принципе, мешаться не будет. Флюсик, как обычно, флюсик. Тот же самый, Баку. 223, самый дешевый. И температура где-то порядка 400 градусов. Начинаем нагревать разъем. Разъем я не подготовил, да? Разъем греется, разъем подготовлю под замену. Это у нас такой китайский разъем пойдет сюда. Китайских телефонов. Опять только сел, понять, люди ходят. Закон подлости какой-то. Сейчас разъемчик снимем. Потом отключусь, проложу новый разъем. Вот новый разъем, кстати, у нас вот такой. Конечно, уже фокус не поймал, но обычный разъем стандартный китайский. Сейчас старый прогрею, чтобы поплыл. И его отсюда исключим. Так, дымок пошел, уже хорошо. Скоро, скоро снимется. Рядом стоят элементы, зайти какие-то, их прежде не сорвать.
хорошей пипой. Не идет. Маленько, наверное, добавлю все-таки еще градусов 20. Припой вообще не плавится. Хотя уже все прогрето. Еще маленько добавим. Ничего страшного с этого не будет, я думаю. Какое-то длинное видео получается. Все, разъем у нас поплыл. Аккуратно, чтобы не отрывать интерфейсные контакты, мы его поднимаем. Извлекаем все. Снялось у нас все на ура. Все контакты у нас на месте сейчас. Так, у меня снова перегрелась камера в телефоне. Не знаю, что с ним делать. Заказал новый телефон. Сейчас пока жду, пока придет. За кадром я уже брал излишки припоя на монтажных площадках и заводил выводы на разъеме. Теперь просто осталось установить его на место и пропаять небольшим количеством припоя. Берем нашего хенкеля, берем, отжимаем разъем и просто пропаиваем выводы. Думаю, вырвать его точно уже отсюда не вырвут. С другой стороны то же самое. Небольшое количество припоя наносим. Он все равно пройдет через плату и прихватится контактом. Так, это есть дело. Теперь интерфейсные контакты. У нас их, как мы знаем, 5 плюс-минус. И передача данных 2. Один у нас земля просто. Лишний припой убираем с паяльника и не используем никакой паяльной пасты. Просто прокрываем паяльником контакты. Тут очень удобно подлазить контактов. Контакт далеко от элементов, от ближайших. Можно, в принципе, спокойно их пропаять. Маленько флюса нанесем, чтобы лучше расползлось. Еще раз пройдемся паяльником. Так, я думаю, все. Сейчас обратно запаяю. Плату в корпус зафиксирую. И уже будем включаться, проверять планшет. Итак, планшет у нас почти собран. Установил сим-карту. Теледвушную сеть у нас. Блять, как показать, 3G ловит. Пока не стал дальше собирать все разобранное. Сброс сделал, убрал пароль, смс-ка пришла уже от оператора. Тач работает, зарядку тоже проверил. Так что планшет у нас теперь полностью исправен и пойдет у нас на витрину. 2000, наверное, дорого, 1800 нанес, попрошу за него. Крышку я накину, пока собирал этот, прислали еще один. Но этот сильно битый, на ремонт. Сейчас займусь сразу же. Вам спасибо за просмотр. Подписываемся на канал, ставим лайк. До новых встреч. Пока-пока.